Всем привет, это проект «Молодая сталь». Уже завтра начинается юбилейный 10-й розыгрыш плей-офф молодежной хоккейной лиги. В борьбу за главный трофей вступят 16 команд. Особняком стоят две. Это «Стальные листы» из Метогорска и «Череповецкий Алмаз». Именно эти команды принимали участие во всех, без исключения, розыгрышах Кубка Харламова. Что касается «Стальных листов», то команда из Метогорска один раз выиграла главный трофей, обыграв в первом сезоне в финале «Кузнецких медведей». «Алмаз» же завоевал бронзовую медаль сегодня 16-17. И тогда череповчане уступили в полуфинале «Реактору» из Нижнекамска. В этом сезоне в Череповце ждут улучшения того результата, и мы будем верить в то, что у команды это получится. По крайней мере, без поддержки череповчане не останутся. Парни, я желаю вам успехов, чтобы вы выиграли финал, чтобы побольше шайб. Я желаю, чтобы «Алмаз» выиграли в плей-офф. Я желаю, чтобы они выиграли «Красную армию». Я желаю вам всем удачи. Я желаю команде «Алмаза» выиграть кубок Харламова. Я желаю, чтобы было меньше трав у наших хоккеистов. Я хочу, чтобы Иван Даньк в плей-офф забил много голов. Желаю победы и много голов, и удачи. «Алмаз», я желаю вам удачи, чтобы вы прошли весь плей-офф и завоевали кубок. Спасибо хоккеистам «Алмаза» за то, что у нас будет хоккейная весна. Команда наша сильна, вера болельщиков крепка. Победа будет за нами. Всем хорошей игры и незабываемых эмоций. Хоккейный клуб «Алмаз», желаю вам удачи, выступить отлично на Кубке Харламова и ждем от вас победы. Приходите! Приходите!